Это 34-я серия «Чужие в Майнкрафте». Сегодня мы найдем радиовышку и попытаемся построить свою небольшую базу, небольшое свое убежище. Обязательно поставьте лайк, это немного экспериментальная серия. Пишите в комментарии, как вам и надо ли еще делать серии в таком формате. Спасибо огромное, приятного просмотра. А еще перед началом этого видеоролика я хочу вам посоветовать самый крутой, по моему мнению, комплекс серверов в Майнкрафте. Это выживание в зомби-апокалипсисе среди других игроков. Проект называется HunterCraft. В описании есть ссылочка, друзья. Заходите на сайт, регистрируйтесь и играйте. Они постоянно делают обновления. Это проект, на котором я проиграл все детство. Вам советую, друзья, залипните там не на один час и не на один год. Ссылка в описании. Ну вот место для нашего нового лагеря. Вполне живописно. Что ж, я думаю, нам нужно собрать немного ресурсов, чтобы хоть как-то сделать себе небольшое убежище для того, чтобы пережить ночь. Потому что, кто знает, вдруг чужие ночью выходят на охоту. Да, было бы неплохо. Хорошо. И смотри, плюс ко всему, видишь эту вышку? Да, точно. Можем еще на нее сходить, наверное, там что-нибудь добудет. Да, пойдем тогда для начала на нее сходим. Угу. Вернемся давай сюда и уже будем думать, что делать. Да, окей, хорошо. Ух ты. Что там? Так, пока никого. Я поднимаюсь. Угу. Не знаю даже, надеюсь, здесь никого нет. Пока никого не слышно. Так. Давай я подкрою. Чисто. Как там? Чисто, чисто. Так, давай осмотрим, что у нас здесь есть. О. Видимо, рабочая станция какая-то здесь, да? Походу. Есть катана. Лом. Ух ты, клево. Ну, в общем, всякие такие холодное оружие и ножик. Я это ну, все пригодится возьму. Во всяком случае. Да. Я это все возьму. Хорошо. Так. Думаю, можно, так. В принципе, да, ты хорошо начал разбирать вот это вот все. Думаю, тоже нам пригодится. Так, посмотри, что у нас в компьютере. Я вижу здесь компьютер, вижу здесь рацию и какой-то передатчик управления. Нужно дособрать ретранслятор, кажется, по-моему, вот это вот. Так. Да, он определенно не собран. Слушай, сейчас посмотрим. Так. Это... Отсюда хороший, кстати, здесь... обзор открывается. Да, кстати. И, наверное, связь тут хорошая, ну-ка. Так, это... Сейчас надо к ноутбуку. Сейчас я сяду подключить это все. Кажется, это похоже... Да, это карта. Карта города. Подожди, что-то загружается. Так. О, слушай, ты видишь? Вижу. Видишь точки? Вижу. Видишь эту кучу точек? Это похоже, так. Это сигналы с других радио, раций. И, ну, то есть, где чем люди пользуются, связью какой. Так, хорошо. Мы можем как-то с ними связаться? Может, слушай, быть, нужна помощь? Можно попробовать отправить сообщение, либо по координатам пройти. А мы не можем им набрать? Набрать, созвониться, думаешь? Ну, я не знаю, как это... Слушай, если, наверное, каждого отдельно обзванивать, или ты хочешь сообщение для всех? Ну, допустим, да. Как радиопередатчик, что это вообще? Это радио так, или не давай, радио? Слушай, сейчас, подожди, еще что. Давай тогда, ну... Должно, по идее, помочь сейчас, подожди. Как бы, блин, по сигналу-то усилить. А, вот сюда его. Сейчас, секунду. Сюда. Отключить. Хорошо. Если ты хочешь передать сообщение, то садись давай. Так, сел. Сел? Что делать? Как только я дерну рычаг, можешь начинать говорить. То есть сообщение придет на радиоприемники, на все, на что оно может прийти. Хорошо. Вот в рамках на карте. Понял, вот давай. Точках. Давай, все, готов? Угу. Поехали. Приветствую всех, прием, прием. Это одни из выживших. Одни из выживших, которые готовы вам помочь. Еще раз прием. Мы находимся на радио вышки. Вы можете отследить и посмотреть наши координаты. Если вам нужна помощь, пожалуйста, ответьте на это сообщение. Мы будем приходить на эту радиовышку и смотреть ваши входящие сообщения. Если вам нужна помощь, еще раз, мы убили огромное количество, тысячи чужих, и знаем, как здесь выжить.
Если вам нужна помощь, ответьте на сообщение. Конец связи. Так и есть. Давай тогда я поставлю это сообщение на повтор, чтобы оно повторялось. Чтобы людям, как можно больше людей увидело. Да, хорошо. Ну, тут готово. Так, что у нас здесь еще есть? Я вижу, есть, так, зажигалка есть, аптечка. Ну тоже это все, забери это все, вот это. Ага, пусть давай. Будет. Надо бы ящик даже забрать. Давай-ка, забери из него все. Все забрал. Так. Взял? У меня уже места в рюкзаке нет. Ну пойдем, там еще снизу должны быть ящики 100%, там тоже какие-то ресурсы должны быть. Слушай, вот смотри, тут кажется вторую вышку что ли начали делать. Видишь фундамент, может что-нибудь от нее осталось? Где? Вот, видишь, вот здесь вот, на, прям напротив. Как будто вторую вышку хотели сделать. Ага. Ну, как материалы просто брошенные. Кстати говоря, да, очень похоже, что начали, но не вот тут, смогли. Тут посмотрим. Может найдем что-нибудь для нее. Так, так, ох ты, а здесь материалов-то? Есть? Так, есть материалы, да, смотри, ага. Смотри, вот два ящика, вот раз ящик и второй ящик, но мы сейчас с собой это не утащим, надо как-то потихоньку все переносить. Давай по частям тогда. Так, я думаю, давай попробуем собрать вот эти ящики пустые. Да, хорошо, давай. Будем в них складывать наши ресурсы. Окей. Есть. Так. Слушай, у тебя второго топорика не будет? Нет, но я могу тебе дать свой пока что. Давай, хорошо. Так, давай, я сейчас подойду. Что здесь поблизости? Вообще ничего, пусто. Даже не знаю, где трасса. Опа. А это что такое? Опа. Туда бы надо сходить будет. Так, Дань, ну чего? Да, все собрал. Держи топорик. Угу. Отлично. Ну пойдем к нам, так сказать, на место нашего лагеря. Пойдем. Так, смотри, здесь есть свинья, видишь? Ага. Еды-то у нас не особо много. Ну да, кстати, хорошая идея. Так, чё, как нам быть? У тебя есть винтовка или что-нибудь около того? Ну, у меня есть винтовка, но это же будет. Попробуем подойти. Ну. Я думал с ножом подойти, но. Пусть будет так. Так, свинина. Смотри, есть еще курица две. Вот слева от тебя и прямо. Сейчас, погоди-ка. Так, курица. Ну, курица. Опа. Второй. Есть. Давай. Опа. Отлично. Заметь, смотри, что там такое я увидел. Какой-то военный лагерь заброшенный. Где? Ага, вижу. Сходим туда потом. Так, сейчас расставим ящики. Поставим эти стойки. Надо бы развести костер, раз мы нашли зажигалку. Значит, ящики, как бы нам... Ящики. Я сделаю это вот таким вот образом. Я думаю, что пока что хватит. Все остальные вот сюда сложим. Давай тоже скину. Стойки, они, наверное, вот так вот. На стойке можно положить оружие наше все. Так, здесь у нас будет еда лежать в среднем ящике, вся, которая у нас есть. Так... У меня еще есть пистолет. Здесь, так, боеприпасов, кстати, не так много осталось. 3, 4, 5 обоим. Ну и еще. Ну, короче, тут 5 плюс 1. Ну, короче, 5 полных, в общем. Еще патроны для АК-47 есть у меня. Ну и аптечка, вот. Плюс 5 бинтов. Оставлю 2, возьму с собой 3. Так, костер. Костер. Где-нибудь здесь его надо разжечь. Посерединке. Ну вот даже не знаю. Ну вот, вот здесь. Вот так. Вокруг траву уберем. Так, потухло. Хорошо, я понял. Надо, короче, сделать вокруг. Камнем или типа того? Да, я думаю, надо обложить камнем. Так, а мы с собой ресурсы еще тебе не забрали. Нет, я могу сходить. Тебе много нужно камня? Ну сколько сможешь притащить? Ну давай, хорошо. Стой, давай, да, давай ты пойдешь за этими ресурсами, а я подобываю вокруг дерева. Хорошо, давай. И плюс у меня есть железо и есть палки. Ну и в общем я сейчас сделаю заодно рабочий стол и сделаю кирочку, чтобы добыть камень и может быть найду какие-нибудь ископаемые. Понял, окей, давай.
Так, ну, деревья я трогать не буду. Думаю, что для начала обычных полен, так сказать, упавших стволов хватит. Так. Оп. Поставлю это вот сюда. Так. Топор сюда положу. Все, у меня есть кирочка. Здесь есть небольшие булыжники. Их тоже можно добывать для того, чтобы использовать их на нашей базе, так сказать. Сейчас уже скоро будет ночь, и нам бы, конечно же, было бы очень хорошо успеть сделать хоть какое-то убежище с крышей до наступления темноты. Потому что возможно, что чужие уже могут бегать стаями, и если они нас увидят, застанут, то с нашим положением, как сейчас, с количеством патронов, которые у нас есть, будет практически невозможно с ними никаким образом воевать. Так, ну все. Так, а это что такое? Опа, опа. Так, у меня есть факел. Опа, это пещера. Так, пещера, интересно. Небольшая пещера. Сейчас добудем угля. Ой, как хорошо. Прекрасно. Попробуем пройти дальше. Надеюсь, меня здесь никто не убьет. Так, железо. Прекрасно. Проходим дальше. Угля-то здесь много, и в принципе железа тоже. Должно хватить на инструменты. И если, ну, на дальнейшее время тоже хватит. Сейчас посмотрим, сколько я здесь смогу собрать. Здесь все. И остался уголь. Немного угля осталось. Сейчас соберу, Даня обрадуется. Построим небольшую базу и уже посмотрим, кто ответил на наше сообщение. Надеюсь, что мы сможем кому-то помочь. Все, здесь все выкопано. Возвращаюсь с хорошими новостями к Дане. А, нет! Вот еще. Заметил. Так. Ну, вроде я ничего не пропустил. Так, все, я на месте. Фух. О! Даня, у меня есть хорошие новости. А? Что за хорошие нашел новости? Пещеру. Я смог нам добыть 26 железной руды. Так. И 32 угля. Отлично. Да. Слушай, мне кажется, это плюс ко всему достаточно. Сейчас хватит. Мы сделаем здесь вот такую вот штучку для огня. И сейчас сделаем огонь. Ресурсов, так. Ага. Так, ресурсы перетащил. Это. То есть, ну, там еще осталось. Еще остались, да? Понял. Ну, нормально так, хорошо. Есть. Ошпарился. Так, вроде бы не должен тухнуть. Поддерживаем. Так, ветерок, ну, чтобы разгорелся. Все. Все, нормально. Так, Даня, знаешь что? Тебе сейчас какое задание будет? Да. На этой вышке, я помню, были стулья или табуретки, или что-то такое, около вот снизу. Я даже отсюда вот могу увидеть. Надо, короче, сюда притащить две табуретки. Я сделал тебе топор. Вот здесь я сделал тебе топор железный. Вот. Спасибо. Так, давай. Так, ну ладно, одну. Так, все. Здесь можно будет сейчас пожарить нашу еду. Отлично. Так, и сейчас мне надо начинать строить. Так, у меня есть МРЕ. О, нормально. Так, МРЕшки очень хорошо, на самом деле. Так, бронежилете очень трудно бегать, сниму-ка я его. О, вот так лучше. Что ж, надо начинать строить дом. О, Даня, притащил? Да. Хорошо. Я решил еще стол захватить. Отлично, поставь, я думаю, табуреточки, стульчики около костра. Так, забор.
Так, забор есть. Сейчас я хочу попробовать сделать нам небольшую пристройку, так сказать. Так, я, кстати говоря, сделал нам еды. Держи. Это у нас ягнятина. Так, вкусняшка. Отлично. Слушай, я тоже сюда, наверное, пожарить поставлю. Давай. У меня есть как ягнятина и курятина. Давай. Там есть ли... И что у нас есть еще в ящиках? Так, Даня, надо еще подобывать немного вокруг дерева. Тут очень много упавших стволов. Понял. Надо подобывать. Хорошо, я похожу. Потому что не хватает. Вот особенно за спиной моей. Ага, давай, хорошо. Не сказать, что мы будем как в тюрьме, зато мы будем в безопасности. Так, Даня, скинешь пока что дерево, которое уже добыл? Давай. Отлично. Все, у нас есть крыша над головой. Просто замечательно. У нас есть еще прутья, поэтому мы даже можем сделать для того, чтобы было как-то посветлее, окно. Через прутья нас точно не достанут. Так, Вов, держи еще. Так, отлично. Но я не скажу, что это произведение искусства, конечно. Ну, слушай, на первое время нам хватит. Мне тоже так кажется. Сейчас немного еще доделаю. Так. Тебе еще ресурсов нужно принести? Или нет? Ну, дерева все-таки, конечно, маловато. Надо бы нам еще дерево добыть. Хорошо, давай. Так, здесь надо бы сделать дверь. Так, железная руда. Где-то тут она была у меня. Так, еда приготовилась. Ох ты, у нас еды-то даже неплохо. Мы даже можем неплохо здесь зажить. Так, наверное, надо вот что сделать. Так. Прекрасно. Сейчас сделаем так, чтобы наш дом нельзя было подкопать. Все, неплохо. Так, надо доделать крышу. Крышу надо доделать, иначе это... Смотрится отвратительно. Давай. Ох ты. Еще нужно? Так, все, больше не нужно. Этого хватит. Так, хорошо. Я думаю, что нужны ящики. Будем ящики внутрь переносить? Или оставим их здесь? Слушай, не знаю. Как думаешь сам? Ох, если нас ночью никто обворовывать не будет... Ну, потушим костер, блин, надеюсь, что нет. Если что, услышим во всяком случае. Ну да, да, я думаю, если что, ну, мы все равно, наверное, дежурить будем по очереди. Да. За ночь, да. Так, что нам осталось? Я думаю, что здесь можно сделать лестницу наверх. Не то, чтобы я хотел второй этаж. Так, Даня, у нас там есть уголь, сделай-ка нам факелов. Слушай, Даня, а железные прутья там еще остались? А, да, там были еще. А сходишь? Так, железо. Надеюсь, это не последнее, потому что его все равно осталось не так много. Слушай, наверху готово. Наверху тоже можно расположить, не знаю. Я думаю, что наверх можно поставить тоже дополнительные ящики. Хорошо. Да, и кстати, давай морковку, наверное, перенесем наверх тоже. Так. Ящики дополнительные. Ну все, как-то так. Красиво, вполне. Мне кажется, весьма неплохо получилось. Да? Ну все. Очень даже. Что ж, сейчас уже совсем темнеет. Пойдем внутрь нашего дома. Давай. Костер пока не тушите. Пока не тушим еще. Хорошо. Ну, здесь, конечно, пола нет. Сейчас придумаем что-нибудь. Ну, не то чтобы большой, но зато все. У нас здесь прутья. Все, к нам никто не может никаким образом попасть. Хотя бы в безопасности. Да. Ну что ж, подождем утра и уже завтра отправимся тогда в военный лагерь.